По нашим данным, с Юрием Полито связан капитан единства Фуэнтес. Компадре, есть человек, который знает, где Юрий Ипполито. Я слушаю. Одному из моих людей удалось сбежать в деревню под названием Пульта. Местные жители не выдали его картелю, а спрятали. Черт побери, вот это храбрость. В ответ Санта-Бланка сожгла дома и казнила всех местных. Мой человек еще жив. Возможно, они собираются убить его более мучительным способом. Ясно. Отправляемся в Культу. Это арт-база единства. Мы ищем капитана, связного Юрия Ипполито. Цель нужна нам живой. Вас понял. Готов. Огонь! Принято. Они на чеку. Posibles hostilidades en la zona. Снайпер. Вступаю в бой. Avisamos que los refuerzos ya vienen en camino. Únanse a ellas y destruyan al enemigo. Мы запросили у Пака минометную поддержку. Вас понял. Есть огонь. Ура,
Снайпер в укрытии! Понеслась. Ясно. Ищем капитана Единства. Снайпер! Транкило, Гвей, транкило! Насрать! Можете убить меня, я ничего не скажу! Тебе виднее. Но в один прекрасный день эта гнусная садистская парочка может подвесить к потолку тебя. Им нельзя доверять. Будет проще, если я уберу их. Слушай, я не стукач, но все-таки их боюсь. Дело в том, что их сейчас нет в Итакуа. Так вызови их в Итакуа. Скажи, посылка готова. Привет, Полито. Я приготовил ягненка к отправке. Хорошо. Наша парочка возвращается в Итакуа, и нам осталось только выяснить, где их можно застукать. Единство уходит, можно действовать. Потери. Чертов снайпер взял нас на мушку. Гараж. Подай сигнал, если увидишь машину Полито. Вас понял. Не стыдно прицепить на парадную форму? Вот он. Ищем машину Полито.
Шикарная тачка. А в бардачке гондон с кровью. Сюда бы еще пару кровавых гондонов. Значит, это точно тачка Юрия Ипполита. Да и с обычными гондонами это классная тачка для перепиха. Мне не понять этот выпендрёж. Покупаешь дорогущий мерс, ставишь хромированные диски, а потом ездишь на нем по тем же грязным городишкам, что и раньше. Я бы от такой тачки не отказался, а ты? Клевая тачка, классный костюм, но улицы те же. Так в чем смысл? В кондиционере. Повстанцев валим. Ладно, теперь дело за Баумана центром. Они просмотрят GPS-машины и поищут места, где могут прятаться Юрий и Полито.